Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня помидорчик наклонился. Но какая-то причина есть в том, что он наклонился, у него уже подвяли листья. Вот я хочу посмотреть, что произошло с ним. Вот видите, что произошло? Вот так, подгрызанный. Дорогие друзья, прошло 2 недели после того, как мы реанимировали вот этот помидор. Этот помидор был подъеден совкой, и тургор был совершенно потерян. Этот помидор я взяла, который был совершенно безжизненный, и полностью вот так положила в тазик с водой. Часа через 3 я его достала и поставила в воду. Вот так в маленькую баночку. Через 2 недели вот такая прекрасная корневая система наросла у этого томата. И мы смело можем его высадить в открытый грунт. Так что можно экспериментировать. И можно, если что-то происходит с растением, не отчаиваться, а вот так погружать в воду. Помидоры очень устойчивое растение, очень жизнелюбивое. И оно дает хорошо корешочки. Бывают разные ситуации, когда получается, что мы теряем какое-то растение. Поэтому не отчаивайтесь, а смело ставьте в воду, и помидор будет укореняться. Бывают очень хорошие сорта, которые бывают, может быть, 1-2 растения, что-то происходит. Так что можно не отчаиваться, а укоренять в водичке. Понятно, что это растение немножечко будет отставать в своем развитии, но растение спасено, и мы можем смело высаживать в открытый грунт. Сейчас мы это сделаем. Всего доброго. Благодарю всех за внимание. Всем хороших урожаев.